Акция «Я и мой полицейский» стартовала в Карагандинской области. Стражи порядка будут обучать детей основным правилам поведения в общественных местах и на дорогах, а также познакомят ребят с работой полицейского. Подробности в репортаже. В Карагандинской области в период с 16 по 20 октября стартовала акция «Я и мой полицейский». Стражи порядка ознакомят детей с работой полиции. Кроме этого, посредством бесед, лекций, тематических игр обучат школьников основным правилам безопасного поведения в общественных местах. Сейчас мы находимся в центре оперативного управления. Пригласили сюда кадетов, кадетских классов школ города Караганды, которые ознакомлены с работой центра оперативного управления. Также им продемонстрированы вооружение, снаряжение и вообще ознакомлены с работой специального отряда быстрого реагирования, с полком дорожно-патрульной службы. Рассказаны методы, как работает полиция при задержании преступников. В период проведения акции будут организованы лекционные беседы, тематические игры, а также ряд других мероприятий, направленных на повышение правосознания учащихся, имиджа полиции, формирование у подрастающего поколения уважения к работе полиции. Мы сегодня видели военное оружие. Нам рассказывали, для чего они нужны, где они применяются. Мне очень понравилось. Ну, мы часто куда ездим, ну, тоже видим это все. И получается, когда мы ездим, мы набираем много больше опыта, и нам это нравится. От камней, от палок и дубинка. Светлана Фарина, Рустам Бараев, Данил Заславский, 5-й канал.